На тебе, короче, Какой тебе сразу нужен такой. камень? На АП? Да вон треш есть на АП. Не, у меня есть вроде на АП. Нету на АП. У меня нету на да, АП. У меня А, есть, у меня. Да, у Эдика есть. У меня на РПБ Дай Насте есть. тогда Эдику Сердоли, сейчас я ему дам алкашный, готовый уже. Это сейчас будет, ну, этот ролик будет еще тоже. Жестче ебашить. Я вспомнил, что мне Андрюха еще три сердоля. И Вальку тоже сагрит, Бэйби Мун, да, блядь. Да я сагрил, ничего. Да ладно, нахуй. Серьезно? А если у тебя есть шлифовальный, Настя, дай мне его тоже. Шо там, му, нахуй, богатый? Колечко. Сюда, нахуй! Так, хладное око в кармашек. Хладное око это мне. В кармашек? Ебать, сколько уже ок, уже два ока. Паприка стоит. Где ты, блядь, Эдик вообще, нахуй? Сколько тут колечко стоит? Сзади. Если у тебя шлифовальный есть, его тоже, да? 24к. Махну не глядя. Давай, мне сзади стоит. Эдик, сколько штаны кольчужины МП5 стоят? 8 тысяч я продал на аукционе вчера. Говно ебаное, короче. Че дал, Сердоль? Да. Надо купить у кого-нибудь колечко вот с МП5. Что, тебе еще шлифовальный камень нужен? Я ему уже все дал. Да. Ой, блядь, я без потов пил и масла, ебаный рот. Ой, блядь, мусорный. Войд, а ты куда? А, бля, подождите, подожди, я Настя. Ребята, даю. А вы куда? Войд там, кто это там? Малин Руш. Где, блядь, Кирилл? Ну, куда, ребята? Я бегу уже просто. Спасибо. Я запускаю, похуй на них. Я думал, ребят, там их про. Что, я запускаю, вы не сдохнете? На облос сюда. Давай, давай. А сколько Войдин сейчас стоит? Да, у меня, дай фаску, пожалуйста. Сколько примерно 12. Да сука, круг хотел въебать вокруг, посмотреть, что там, блядь. А как это так получилось, что ты без фласки? Ну я же не с ребра, да. А, ну да ладно, базара нормально. Бля, я без... А то я думал, ты ее перепил там случайно, хотел уже доебаться. Да, не-не. Что? Ты помнишь, что ты мне еще 3 сердолика должен? Помню, да, у меня 3000. Могу фласками отдать, но проходишь. Не, мне лучше сердолики, мне потом. У меня тут их много как раз. Я дал. Мне надо сердолики. Спасибо. Я сейчас сниму тебя, Настюш. Спасибо. Да мне пока не горит. Ну, я просто напоминаю. Я все хорошо помню. Не долго. Тем, кому я должен, я всем простил просто. Сука. Чего ты там простил, блядь? Я тебя простил, Эдик. Да, да, простил он меня, ебать. Ну все, тогда разводимся, блядь. Третье, я могу, я нахуй. Кто моба ударил? Это был какой-то плохой человек. Там комбат спану на нем. Я бафать начал, но мне комбат повесил. А, что за хуйня, фонарь, блядь? Ты мне сейчас детейл забагаешь. Работать. Если у фонаря будет меньше 15 тысяч в обаме, то в обаму мы больше. Ну. Сам садись. Я подамажу своему крутому ретри. А, кстати, агро срывает кукла на. Дайте шкаф и сумените меня, пожалуйста. Ну, в десятке был, блядь, кукла босса танчил. Точнее, босс сорвался на куклу, хуярил куклу. Давай. Есть такие моменты. Может, нам пулить на него попробовать? Ты куклы танчить и хилить куклу, да? Рыбу поставила. Шмон. Короче, кто сдохнет, каски не будет. Каска в обаме сидит. Ну, вылезешь, ничего, дашь, и потом выпьешь снова. Не. Ты что, слабый, что ли? Рагу потеряю. Рыбу хавать? У тебя вон акума есть. Ничего страшного. Фонари в обаму залезешь. Че ход из этого фонарега, блядь? Я твои ходы буду снимать. А я тебя буду снова бафать. По попке? Да. По его маленькой розовой попке. А чё, да? Кунка, не переживай, я до этого, до орка сама, блядь, ходила без фласка. Ну ты до орка, я типа... Я потом вовремя вспомнил. А...
А, ну я 500 ДПС где-то проебал. А когда сейчас служите, пацаны? Рагу обузим. Они нам ХПС накручивают. Все нормально. А реально, блядь. Да дермич, остановись, хватит. По зеленым поехали. Глянул. РДД, кучнее встаньте, рассосали 100 человек вправо. Служу полетит. Набери быстро. Профа ближе подводи, нахуй ты его туда отводишь, в ебеня. По профу поехали. Ебать, быша встанет. Фонарь, где ДПС у бан? Кто там? Ща пельмени. Ща пельмени сразу будут. Готовьтесь, армяне. Что там за мазь? Пельмени отошли. Тихо, блядь. Сейчас колбы будут. Готовьтесь. Отходите. Колбы. РДД по красному свищем, если не ранишь. Пельмени отошли. Пельмени отошли. Лужа вышли. Милики в красного свищнулись. Мили обратно по боссу. Далеко уже вот. Колба. Пельмени отошли под зеленого, по зеленому. Ждем рекаст. Кристиан, куда ты полетел, блядь, скажи мне нахуй, дружочек нахуй. Я не знаю, как ты туда полетел. Отводи колбы сейчас будет. Пельмени отошли, колбы отошли. Фонарь, ты что, снимаешь ход, блядь, серьезно? Нет. РДД красного, бейте уже. Не стойте. О, уже вышли милики быстрее. Милики по красному свищились. Пельмени отошли. Переплюнул. Колба сейчас будет. Колба. Блять, еще один слизень. По зеленым поехали. Дай им, дай избаунд, дремич быстрее. Избаунд. Вот, блядь, отошли, 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 отошли пельмени, блять, отошли оттуда нахуй. Сука. Вой, дай БР. Стопнули босса не бьем. Стопнули босса не бьем. Пельмени отошли. По красному сейчас готовимся играть. Красного свищенную залили быстрее. Лужи вышли. По красному больше ДПС. Проф перевозим. Не ребафните лока. А, не успел. Проф, ты успел плюнуть? Ну, это да. Он вроде еще стоит слегка. Джастин изрубил тактика. А смысл в этом, типа, блядь, дота бы? На самом деле, ты этим мувом только хуже делаешь, кстати. Да, чтоб дальше, блядь. Да нет. Больше. Я успел допить. Он превращается дольше, кстати. Ну да, блядь. Прикольно. Ну типа, если рассчитывать на то, что в ДПС не будет потом хватать, ну, условно, то мы дольше... Колбы отошли. И хуя себе, блядь, колбы рано появились.
Орда, назад вернитесь, чтобы там не взрыть. Квадратик. Я имею не сейчас был. Забирай. Я уже забрал. Я не вижу, вижу, что дермич танчит. Соберите кузов обратно. Он на мне 100%. Блять. Сколько на тебе стаков, блять? Я один. Не вижу нихуя. Нам уже еще. Второй пошел. Все, похуй, видите. Лужа, вы видите? Пельмени это же. Масса крутой. Колба. Какая колба? Что такое колба? Миликовская, которая оранжевая. Минус на это попадение. Попадение. Так. А чего у нас умер, блядь, всякие хера нахуй? Шмотку продавал и его сложил. А почему ты, блядь, 4 тика лужи нахуй словил? Аки хера нахуй? Ты, блядь, с лужи выйти не можешь или что? Ну, 4 тика, блядь. Ну, блядь, я смотрю информацию о смерти. Раз тик лужи нахуй, два тик лужи, блядь. Мутирующая чума это не то нахуй. Растущая лужа 3, блядь. Растущая лужа 4 нахуй. И это за 2 секунды, блядь. 4 тика, нахуй. Там 2 лужи, наверное, было просто. Не знаю, сколько там было. Так быстро, но сам факт. Просто 2, наверное, было. За 2 секунды? Там 2 было, да. Секунды. Но все равно слакал. Все равно проебал. Не, мне показывают 4 тика. Там он в РДД кинул, тика за 2, 4 тика за 2 секунды. Сейчас, подожди. Стояк оставал. Все, закрыли тему. Блин, ружь гадость поймал. Или лучше разбаним, скажем. Улимор тоже пошел. А где ты, блин? Дермич, иди сюда, я нашел выгодный спот. Прямо мой фрейм. Ладно, не важно, меня выкинуло. Там, короче, если правильно встать, лампа защищает. Можно быстро реабилитироваться. Не знаю. Я просто подумал, что-то не так. Короче, проехали. Сука, а чё вы спиздили, блин? О, боешка с тобой слушали. Я думал, бис на пристав. Еще зов биса на пристав. На холле пристав. Да, на холле пристав. Автоатаки приходит, такой на. С ШМ.
Хунка Экстра Вёрджин, которая... Я просто только Экстра Вёрджин пью, а у тебя было вонючее рафинированное. Экстра девственник? Что? Че, говорят, клитерное масло, ничего так. Серьезно? Клитер выделяет масло. Че? А, там вкусный сок, я знаю. Это тоже из разряда кринж. Хунка, ты не знаешь, ты еще маленький. Это в ТикТоке вам рассказывают? Да, там в ТикТоке смотришь видео. Я видел в ТикТоке, там, короче, надо крафтовское пиво пить каждый день, чтобы быть здоровым. Крафтовское? Да. Ты знаешь, что такое крафтовское пиво? Да. Но его крафтят. Да, его крафтят в Майнкрафте. Не знал? Не, ну чё, хочешь сказать нет? Нет. Ну, по бокальчику крафтовое пиво в день. Ну если что, не крафтовское, просто это слышу, это пиздец. Крафтовое. Крафтовое. Крафтовское, надо говорить. Крафтерское. Крафтерское. Майнкрафт. Краш, кринж. Кринж пиво. Крабовое пиво. Так, я не просек шутку про девственника. Можешь это пояснить? Ну, типа экстра вирджин, э? Ну. Экстра вирджин. Да, причем тут девственник. Верджин означает девственник. Блять, ладно. Шрефс девственник. Конечно. Не, то, что на арене было, не считается. Ну, на арене у нас там анальные утехи. Это тоже не считается. Крафтерский. А если мальчика в попу, ну, продырявят, он будет девственником или нет? Ну, если такой у него 3000 эксп. А, не, я это говорил в реальной жизни, но там тоже видно XP свой. Но у меня тогда 10к экспо. Слушай, если у него нет экспо, он вряд ли захочет такого экстраверта. Но все же с нуля начинали. Кунка, ты решил стать заднеприводным? Вообще-то у меня и передние, и задние, да. На самом деле, он это бы не решал, его бы просто... За него. За меня решают, реально. Я на улице ухожу, а там сразу подходят. Есть вопрос такой по философии, типа, что для самурая важнее, анальная девственность или катана? Путь. Ну вот, порассуждать, если на этот счет. У самурая нет цели, у самурая есть только путь. Так, подожди, а если у него не будет катаны, получается, его могут лишить анальной девственности насильно. Ну, так не факт. Так вот, ну не путь. Факт, нам, ну блин... Не, если ну, будет смотря... катана, шанс-то меньше получается. Не, ну а вдруг, если он хочет, чтобы его лишили, поэтому он взял катан. Если у него катан не будет, то таков путь. У самурая только путь, все нормально. Все продумано. Путь ниже. Просто путь. Редиган, а тебя забанят на стриме, если мы будем да, говорить? Да, я думаю, ты послал вас нахуй или нет, просто... Ну, Рит, по факту, негры же пидорасы. Никто даже не скажет, что там две катаны, типа, у самураев. Да не, пойдет здорово косплей с тремя катанами. Я смотрю, там кумысы ебашился. Заканчивается слут. Просыпается мафия. I'm gonna say the N-word. Дремички Лисета, фонари двоих. Вот Фьюри, Бентли и Акихира по кинетике играть. Вообще на пламаф поехали. Бля, я сейчас сделаю гадость. Куда ебать? Ну рещи, фонари, Ондра. Фонарега, го. 5, 4, 3, 2, 1. А пиздец, блядь. Кушать вот она говорит. Я понял, нахуй. Лампочка есть? Лампочка, блядь. Фонари. А подожди, это дермич на сверху? Дай БР. А, ну тогда понятно, чё, Кунг умер, блядь. В смысле, от чего? Нет, типа, я послушал фонарь. Ой, пидоры бегут, мобы, лови мобов, фонари. Чё? Мобов лови. Солнцепад свой, это...
Блять, играйте по тактику, нахуй. По тактику все играйте. Это не на меня. Дай массакру фонари быстрее. Играйте все в звезду, блять. Милики, блять, хули вы там стоите, нахуй? Побежали за тактиком, убили тактику, нахуй. Блять, что-то чмо прыгает, нахуй. Блять, он ко мне бежит. Нет, не надо. Блять, еще и вихрь побежал, ёбаный в рот. ФК хотел постоять, блять. Если дракон прилетит. Все, милики, добивайте остальной трэш, РД добить. Тактика. Трэш бьем. Да это кунка провел, но. Обработайте еще на пульчиками. Командира добили быстрее. Все, ждем, не идем тут килисету. Он уже скоро закроется. Через 15 секунд. Волонара покопить, набивать. Да не дергай ты его, ебаный в рот, поставь ты его на место, заебало в зимой бегать уже нахуй, там босс. Там не было вихря, блять, не доставал. Не верю. Ебать, что вы делаете, алло, нахуй? Обижали. Дай искру. Когда? Ты мне говорил, да, Ася. Ладно. Хуй с тобой. Акинетика все падает, падает, падает. Как рубль падает, или как доллар. Доллар. Не, рубль уже стал фиксированным, нормально. Да, только ценник нихуя не меняет. Да, только это чисто. Я туда не ЦБ. Пойду нахуй, там у меня это сенсипад сверху. Убежал. Это ЦБ играет. По толдрам поехали. Войт, пуляй, ладно. Гер, дайте. Да ебаный ты в рот, нахуй. Все, здесь стою, короче. Кинетика зеленая. Дермиш полетел. Нормально. Смотри, она прозрачная стала. Килисета пошли дымевать. Обойдите только этот хуйню. Кто паровозик увел за собой? Ну, блядь, дермись, не уходи так далеко, блядь. Еще килисет, блядь, дергаться будет. Пиздец. Катушка. Боешь, о, котушка? Котушка. Кота за ушко. Вот, единственный плюс, нам теперь не придется чистить трэш. Ну, да, ага. Да это не я сагрил, нахуй. Так каждый раз можем так делать. Они бежали на кого-то в рейде, нахуй. На кунку. Ну они потом на килару. Да кунка привел! Реально, кунка, как ты из огромного мира их привел? О, боешь, который мы заслужили. На пацанов нажаловался, что танки не танчат. Он просто искал катану в этом коридоре. Да, в итоге меня тарабанили. Подожди, а если братья занимаются интимом, это засчитается гейством? Это называется интерес. У них будут некрасивые дети. Сколько, как у тебя вообще такие мысли в голове рождаются, блядь? О чем ты думаешь? О депрессии. О том, о сём. Ему всего лишь 18 лет, поэтому тут ничего удивительного. Гормоны идут, 18 исполнилось. Готов попробовать просто. У тебя все мысли в трусах, Кунка. Так а где они должны быть? Мне, кстати, 18 сегодня 18 исполнилось, Кунка. Да? С днём рождения! Рейд быстро поздравили Феникса. Медленно. Чё тебе подарить на ДР?
Нихуя, блядь, пизды дали, нахуй, короче. Пизды подарить? Ребят, скидывайте. В смысле, бьет тебя, ну? Нет. Нет, это Настю можно под статью приписать, типа? Я сразу же об этом подумал. Получается, да. Настя, Каспарит, Эмбер это... Ну это если ты заявишь об изнасиловании. Я по обоюдному согласию. Спросите меня. Нет, а если он заявит об изнасиловании? А если даже он заявит, ничего не докажется, потому что женщинам можно, мужчинам нет. Мужчинам тоже можно. Но это же не Америка. Да нет, там можно речь, только это надо было делать. Хватит сказать, что это собака. Она трогала меня. Только это надо было заявлять лет, так... 5. Ладно, я промолчу нахуй. 10 назад. Чуть больше нахуй. Типа, педофил это не тот, кто трахает шестнадцатилетних девочек, а тот, кто трахает пятилетних мальчиков. Тоже. Хз. Смотри, какой попадется участковый. Больше 5 лет мы с тобой столько не живем. Чтоб ты перегнул слегка. Так 5 лет я бы все равно не смог подать об изнасиловании, к сожалению. Он нам бы не написал. Ну, родители могли. А родителям не скажет, им понравилось. Да не то. Родители бы тоже не смогли бы. То есть ты 15 лет пампишь. Ебать, я старый, нахуй, пиздец, блядь. Это ты старый, блядь, чел, мне 31. 31? На пенсию пора тебе. Давно пора. Блять, вот не, если без рофлов, реально, вот, блять. Кунка, я тебе завидую, что ты школьник еще, вот почти. Я школьник. Да. У меня это... уже жизнь поимела во все щели. Ты в армию, что ли, сходил? Чёртова гия нагнул его 32 раза, сколько там заданий, блять. А что у нас не было, короче, что я забыл? Бля, пиздец. Бля, давайте после синдры покурим, типа, ну. Или перед после вальки, или перед валькой. Или по одному просто идем. Да ободри босса, давай добьем ЦВК и пойдем уже, что хотим делать. Все, бля. Давайте вообще на полба. Не, после лунатери. Дарить, синрицу. Ну что, попи, дай хоть. Давай пей нахуй речь. Пою речь, блядь, шаман. Сверчка там всего нажмешь, блядь. Он тебе как нахуярит, маны. Понял. Да, попить из стакана хотел бы нормального. А, понял. Нихуя, свободный центр. Что это такое? Ну, он всегда свободен. Кто-то новый, блядь. Меня... Да нихуя, резегля. Я все время здесь. ПКД, блядь, кто-то стоит на. Блядь. Просили чего? Что просили вам? Успокойся. Укусишь хули... Тихо. Укусишь хулишита. Кричит этот беба. Потом укусишь... Швепса. Хулишит укусишь... Севера. Потом север укусишь Уайтфьюри. Хулишит укусишь Кунку. Блять, как тут лучше. Кого? Подожди, кого я еще не назвал нахуй? Я уже, блядь, сбился нахуй. Забили, так разъебем. Не, я имею в виду, кто кого кусать будет. Ханус тут нет, все. Не того пристал косить. Короче, заново, блядь, Беба сейчас... Вот укусил на Протопауэр. Ладно, окей. Протопауэр укусишь Хулишита, а ты Беба укусишь Кунку. Так вот сделано. Кунка потом укусишь Чуаву, Протопауэр укусишь Швепса, Беба укусишь Севера. Это потом. А кто на взлёт массив даёт из нас? Ты и Глю Эмана Тима. И этот Холич даже не на ХП. Ну, Настя, мама, тебе потом отдай.
Рид выбежал. Диспел его сразу, пожалуйста. Не ждите, пока там темп сработает. В центр сбежались и ушли от лужи быстрее, блядь. Диспел дали? Разошлись раньше, 8 метров набрали. Рещу, блядь. Блядь, за Гагулина вылетел. Нажали сейвы быстрее. Нажали сейвы. Укус раздали. Это Курискин, гел! Кана, я подбежал. А, ясно, блядь, убейте мага, нахуй, быстрее. Это пиздец, нахуй. Мага, убейте быстрее, ребят, нахуй, РДДшники. Все, босс, убейте. Минус 2, нахуй. Резнить его? Резнь? Давай, блядь, скажем скинг, нахуй. Кунка, укуса нет уже? Нет. Два укуса у нас сейчас только, да? Да, угу. Я еще пытаюсь. Нет, кусай и севера, Кана. А ты холишь, кусай кунг. Сбежались, пак Бентли. Блять, ну берите немного рейнс, пацаны, но. Блять, ДПС очень мало. Кринж кинг, блять. Сбежали, спак. По-моему, он не вставал. Потом раздайте по ДД красивый кус. Он в тильте. Я швепсу потом. В центр сбежались, в центр быстрее сбежались. Дали маздиспел. Маздиспел. Холиши диспу нажми, блядь, сейчас умрешь. Еще один укус проебем. Бейте. Нажали сейвы, дермич из маунт, глю, бабам. Блять, не подходите, обезьяны. Прохил. Блять. Укусывает фури. Давайте, раздали укус быстрее. 2 секунды до укуса. Геру дали ДПС. Альмара побежал. Больше ДПС снимаем. Пак, сбежались. Всех подряд, да, нормально будет кушать. Я пучина. На танках. Бля, если никому не нужна, на медведя заберу, короче. Убей бы интернет выключили, если что. Винч Кинг! Сейчас прошу, не уменять его или нет? Да шутились. Наверное, если интернет не включен, наверное, да. Да, спасибо, блядь, очевидно, если не включат. А может, все-таки перерыв тогда сделаем, дадим? Я, наверное, и спрошу, включат или нет у него, нет? Не спрашивай. Скажи ему, ты за вайпанул. Идите нашу. Пока эти 5 минут. Напиши. Ты нас вайпанул, Феникс сгорел, дал тебе минус 1500, напиши. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Ну чё, Глю, как тебе новая палочка, нравится?
Да, бля, фонарь, зачем ты палишь-то? Пускай бы не общались дальше. Одного звания сидят, пиздят, нахуй, типа не видно их. Ты качего офицерский хуярите? Не знаю, королева написала, я продолжил. Ё? Не, вообще пух. Королева. Андрей, скинь голды, пожа. А мне бы кто скинет? Может, королева тебе скинет голды? Королевские голды тебе насыпят, да? Я тебе говорю, лучше со мной не говори, я 2-1. Я тебе больше скажу. 1599 солока, нахуй. Малой, вопросы. У меня сейчас это сердце в пятки ушло, знаешь, как говорится. Малой, вопросы. Чувства примерно такие же были. Да. Есть вопросы? У меня сразу что-то, ну, клапан не держать стал, блядь, после таких цифр. Ты смог взгляни, малой, вот после этого вообще лучше не говори. Как тебе палка? Отглю все еще упал. Перекур, что ли, типа, или что? Ну, вообще, да, у нас как бы вроде перекур. Тогда ответь на вопрос, пожалуйста. Почему все не были пидоры? Вы че, сука, уроды такие, а? Ебут мне бан канала, нахуй, потом ищите гильдию нового шамана. А ты же акцидент, на ютубе стримишь? Везде. А, если на твиче, то на пиздец. И твичи, и ютуб, и трогай, нахуй. Въебут бана, нахуй. Не, на ютубе за это не банят. Не, на ютубе не. А у них там сейчас тоже, нахуй, правила столько понаписали, я в рот их выебу. Да? Я просто, ну, мало ли изменяли. Половину музыки сейчас, блядь, в баны, нахуй, все. Ну, это за музыку это давно уже было, на самом деле. Не, я раньше мог спокойно слушать. Несколько исполнителей, типа, ничего. Падает стрим. А сейчас все. А вот эта хуйня, типа, защита древних королей у паладина. А, подожди, это Воломир, что ли? Да. А там еще 4.4 какой-то абсорб должен быть, типа, как он называется? Или у тебя нет 4 кусков? Нулю. Там что-то тоже нет. С королями, короче, что-то хуйня какая-то. Не, у него нет, он в Стадисе убегает. Благословление древних королей, это Баланир, нет? Ну вот что-то там, короче, упало, еще, типа, там в 4 кусках вроде как абсорб какой-то появляется. Ну вот, типа... благословление. Ну, может быть, да, там что-то с королями тоже связано. Что-то не хочешь попробовать его, глю. Типа он вроде легко там это раскидывается по рейду. Тем более, у тебя он, я смотрю, стоит, типа не это... Не собрал. Он не собрал. Свет небес. Тем более, у тебя вон, я смотрю, символ света небес стоит, ты его вообще легко будешь раскидывать. Один каст мили, один в РЗД и все. Пауза тоже реворк мой, да, вроде как? 5, 4, и 2, и 4 куска, Редега, ты шаришь по-любому, блядь. Ты за все шаришь. Я жду, пока мне ролл снимут, что потом снова дали мне его, понимаешь? Пиздец, блядь. Реворк мой цепуху, не... Редега все равно, цепауха, блядь, первое место, нахуй. Так это прикинь, он не прогибается под систему, блядь. Он должен, система должна прогибаться под Редегу, нахуй. Да ты гонишь, ну, блядь, мне сейчас на, вот, на боссе, где АОЕ ДПС хилит, нахуй, в соло таргет, ты ебанись, блядь. Вау. Я тестил. Ну, я же тыкаю, типа, омоложение по разным людям, типа, постоянно, в чем проблема? Так, камон, у тебя дотка, а у меня... Какая? Так хуйня, она, тем более, дотка, она сразу не хилит, чувак, она хилит только спустя там... Трэш, пошли бить речи, нахуй. Эдик, пока у меня ходка по 3000 тикнет, ты там, типа, тысяч на 10 подымешь малой волной. Когда я хилю, волны 20 в одну, во вторую... Так, идем, Феникс, в чем проблема, блядь, дай поговорить. Ну, резко, если ты хилишь, типа, под критом волной в 20-23 тысячи, во вторую летит всего 7-8, и смысла нет этого. Вау, а ты хочешь, чтобы она, типа, ровно прям... Ты хилишь на 28, и еще левого типа на 28, да, хочешь? Ну, блядь, знаешь, мне хотя да? бы из 23, знаешь, всего 7 тысяч улетит. Потому что я просох на помане просто как тряпка, нахуй, за пару кикастов, потому что стоит больше 1000 маны. Ага, ты не спам цепухи сраные, не просохнешь помане, блядь. Это наоборот, это я тебе про волну говорю. Цепух-то меньше укол. Волну, маны, так она, ну, она там возвращает ману, чувак, малая волна. Ой, блядь, Эдик. Создай шаман, один, 4 похили.
Нет, я не буду. Вот на этом ёбаном Т4 сломанном. Команды в Т5 имба. Я бы играл спокойно два куска, типа как раньше, 2Т10, 2Т4, и бы все заебись. Вообще не париться с этими цепухами, блять, обратными и так далее. Эдик, помнишь, да, Т5? Просто лужу постелил, стоишь. Помню, у меня есть шаман в Т5, чувак. А тебе представь, что тебя лужу забрали, нахуй дали, типа хиль просто волной. Ну так не раньше же все хилили, и никто типа вообще слова не говорил. Вот мне бы сейчас, блядь, бля, я вот это вот, на самом деле, всю эту хуйню с реворком вижу так, типа вот, пацанам дали укусить, типа вот, кисть, а они готовы по локоть откусить, нахуй. Сейчас бахлису сюда, чтобы уже редегу раскатала. Хуета, полный реворк, помню, вообще, блядь. Типа ОЕ хила превращает в таргет цель, но туда бы ебизм, по-моему, блядь. А еще можно вопрос, когда присты дамажить начнут? Это все равно, что у холипала, блядь, забрать из-за ними меня частицу и сказать... Хороший, ну, новый канон. На тебе новую еще одну хилку, вот и все. А можно тоже вопрос, когда паладина дамажить начнут? Когда паладина танчит. 15к дал он с руки Насте, что, мало, что ли? Мало. С штаммом будет 20+, типа он как у кунки. Мало, блядь. Какие нахуй 20+, ты шутишь, что ли, нахуй? Не даст мне, блядь, шем столько прироста. У тебя просто бипы. Нету, колба имба, нахуй, на самом деле. Алло, ну, блядь, вообще-то колба. Я с колбой, нахуй. А, тогда ты не дамажишь. Потому что в априори паладин не дамажит, блядь, действительно, нахуй. Сделайте, чтобы портопалы танчили. Когда, блядь, ёбаный фрост ДК, нахуй, блядь, дает ДПС в разы больше, чем... Нет, сейчас блады дают много, нас не просты. Ну, у нас бладов нету, блядь, я нахуй. Ну, шульта, он типа блади играет, Андрей говорил. Ну, у нас в первом рейде нету. У дерьмича блад. На лорке с ним по одинаковым ДПС идем, блядь, я на энхил на баде, то он с двумя стихиями. Ну, блядь, даже, сука, энх нахуй дамажит, блядь, больше нахуй, чем рейд, так в пизду, блядь. Ну да. Какие приколы, нахуй. Вы, блядь, ноете, а самый конченый, самый клабос, это Элим, нахуй, вот реально. Нет, шубы меньше. Не-не, реально, блядь. На сурке 16к, нахуй, блядь, Элим сейчас дает, который давал уже 20+, блядь. Кто 20+ давал? Ну, в Макрейсе, брать, он там по 20 вроде бил до реворка, сейчас он, нахуй, 16 или выжимает на сурке. Нахуй мне эта палка с огородом. Не, там если он на стаке, то он там может. Он давал 17 максимум. 17, ну вот, считай, даже 18. Считай, ну салажа он типа давала 24к, типа до нерфа. Сейчас дает 16. Типа я чуть ни разу не слышал, чтобы он. Винфьюри хоть слово сказал, что там по нерфе или жестко. Мне кажется, он доволен даже 16 тысячами, типа или 17 он дал. Но все равно и хапнули по итогу общего ДПС. А престов просто, ну, апнули, ну, на 5% где-то. Может быть, еще реворки. Не, может, просто, быть. Типа, остальных апнули, как бы, а их там нет. Еще реворки будут, типа, хантов, локов, они обещали еще кого-то апнуть. Когда нам на 4-м Т5 будет, нам еще Т5 за реворку, мы будем плакать, нахуй сидеть. Знаю, тут вообще на Т4, ой, блядь, на Т4 одни нытики, блядь, играют, я нахуй. На БГ репортят, блядь, везде, нахуй, сразу жалобы строчат. Они уже сказали сразу же, Т6 выходит, а мы Т5 будем пересматривать. Тогда не конченые, но... Да, не, хотя пусть... да, я согласна, пусть ретриком переделают, я что-то не хочу, блядь, все эти джаги, нахуй, джаги, теперь, блядь. Это пиздец, нахуй, это ебалово какое-то. Там сложно по 3 джаги каждого цвета дать, и все. Да, ну, блядь, там пенина начинается, нахуй, то на стаке, это пенина, на стаке. Чё-то не пенина, блядь, это хуя бьёт. Макрос же сделать. С последних времен. Оля, да, там можно сделать макрос. Не-не, сейчас ретрики там сосут вообще знатно. Меньше всех дают. Т5. Зато у них Т5 вечная. Вечный баф висит. Ты можешь стакнуться. То есть они вечно сосут, да? Не, ну ты типа стакаешься на какую рыбку. Ну не знаю, ретрики меньше котов дают. Минуты 3, наверное. Они его вечным сделали теперь? Да, да. Он хоть кнопки добавляет, да? Коты нормально дают, просто за них никто играет. О, она багнулась. Убить, убить. А капы нужны, типа, очень много статов нужно, чтобы нормально дамажить. Там у всех есть статы. Да не, ну... Это сейчас, когда вот каты сделали, ну один хуй, у силков-то не добавят никому.
там очень много нужно, там нужен копар, ну типа почти сотку крита иметь, ну там с учетом баф в рейде. Там очень много всего нужно иметь на коте, чтобы дамажить, типа, ну, достойно. Ну да, можно собрать и критар в нынешних шмотках. У других, типа, там порог вхождения, вот, например, у того же совы у друида, куда ниже, чем у ферала. Намного причем. Здесь на их 4 ты не соберешь только сейчас. Да и в Т5, мне кажется. Ну, хотя в Т5. Может быть, тут еще полироли сделают потом. Фонарий справа, Дермиш слева. Глю и Ридика хилите босс. Пуляем? На, пулять. Да нормально, это не бегал, блядь. Там просто нужно дохуя иметь, наверное, на коте, чтобы дамажить до куда. Вообще не понимаю, нахуя котов нерфили. Сначала я вчера был в ЦЛК 25 с пугами, там код 240 пятнашку жал на каждых боссах. То есть там, блядь, он нормально вообще давал в говношмоте. Вот и 4, не знаю, набирало здесь. Но сейчас они сильные, коты, типа. Их понерфили, правда, но там до нерфа вообще пиздец был. 250-й код спокойно даст, 18-19к было до нерфа. Да, вот у меня. Не знаю, я вижу, что серый он дал на сурке там что-то, сколько в районе 18 с копейки вроде. Это немного. У него считай без код почему. Без истерии. Да как он нахуй? Пушку надо ебучую, нахуй, конченую пушку. Ну, у него пушка какая, лол, если у него нету стрелка этой, как ее звали, палки. Она не апнет столько, этот клятвохранитель. Он не апнет столько. Там, ну смотри, во-первых, Валю, во-вторых... Магия, почему вы не можете пробафать Валю, объясните мне? Почему вообще вы Валю не бафаете, нахуй? Лапку, каску, нахуй, не вижу нихуя, нахуй. А может такой хуйни, типа, он как у тебя на варе, там, типа, урон от оружия ни на что не влияет, и так далее, он просто это ты даст... Просто хороший стат. А, блядь, все. Этот Мулинраж, ты демонический доспех включил? Я немножко включил. Пушка с магика. ХМ, вот если сравнивать с лича сейчас с 71, просто 400 АП почти, да, с пушкой. Ну это нормально, лол. Да, но она типа только статы дает, типа, фралу еще. Ну так смотри. И статы просто. Он еще нет, перчатки. Я вижу, нет такого вне зависимости от урона оружия, типа как у Вара, дыгая. Да, но там оружие вот сильно дает. Понимаешь? Да, ну там, да. Толсто дает, типа, еще плюс перчатки он может заменить, пояс может заменить. Эту пригу воню... ой, волю вонючую заменить. Ну волю, да, на зов по-любому надо менять. Он себе и врач, еще очень череп много и зов, типа, череп и зов сейчас пока что топчик будет не кота. Череп не нужен, у меня крита хватает, не нужен. Ну там можно хосты набрать будет с шмоток, типа некоторых там взять меткость хост, например, там поиск какой-то. Плейбой он нахуй подфартило, блять, первый раз ходил, блять, сразу зов выполнил. Так, не знаю, я здесь, честно, пламя заменить хочу, но мне... Так, а где ДПС? Дай ему фурик. Что ты хочешь от фурика? Ну, 20 тысяч ДПС. Да, он... Фурики не... столько не дают. В смысле, не дают? Сейчас не дают. А типа их заняты? Стриксами, с Луной нахуй, с Кровавого Эльфа крит нахуй. 22к дают. Ну, давай ли, сейчас не знаю. Сейчас? Ну, так давай ли, ключевое слово. Ну, на выходе ЦЛК 25 опыта. Их понерфили, ну, не сильно. Просто, чувак, хотя бы одного бисового фурика назови. Ну, вон чувак с экзальта фуриком на том КД с Шэмом, он тоже. Он бахнул там, по-моему, 21 с лишним. Зая? Да, Зая. Зая, но он даун. Он вроде такой, немного тупица. Если меня не наебывает. Я не знаю, что он там, ну, по крайней мере, там пару скринов видел, он нормальный ДПС дает. Потому что он на тухлом дал 16, чувак. А что, вы убьете, подойти? Вон слева убейте двоих. Да нет, там облизали полностью, соответственно. Типа, не, ну, вы считаете еще без облизывания? Лунга умный, сколько он даст? Не, я говорю, как мне рассказывали про него. Общий ДПС рейда еще считаете, там все ДПС выше, то и ДПС... Там хороший ДПС рейда побольше, чем у нас был, мы скрыли. Сам, типа, я про Заю ничего не знаю, он нормальный или нет. Он что сказал, что он долбоёб?
Я говорю, и сразу же сказал, что как и я слышал. Надо было сначала с этого начинать. А в чем потому что большая у них типа снайти, который ходит постоянно, а я в обычке пока что просто меняю. Ну, на самом деле не намного больше, там человек 6 максимум, на пару тысяч больше дается, так в среднем. Ну, так блять, если загнать, ну, собрать весь рейд, который я буду собирать с алкоер, нахуй, то там ДПС не меньше. Блять, убейте огненного, нахуй. Ну да, там, ну, чуть-чуть больше у них там. Похуй на него, Эдзик, похуй, блядь. Сейчас хантишку одену, пацаны будут топ дубля сдавать. Блять, да где поезд, где кольца? Ну вот кольцо. Ну вот кольцо. Ну а без грудака вот на фар. Это мне кольцо. Да, тебе извиняюсь. Сурка, не было кольца, кстати? Крит хас. Не, не было. Бля. И спина не упала. Потихоньку лут разрамить. Это хуй-то надо кому-то? Настя, разраливай. Пункты за 10. То, что это снова стоит. Бля, я сейчас умру, нахуй. Кинь кто-нибудь, кто едет. 5 соток минусовали? Кунки уходят, да? Да, кунки 5 соток. Чё? Бля, ресницы бомжа, пожалуйста. Я ж могу реально. Бля, рукачи кому-нибудь нужны? А, кунки не было на ребре, но все равно 5 соток. Да в смысле я даже ее в трейд взять не могу? Ну, ты что? Я еще скажу, не надо, Настя. Если никто не ставит, дальше ставь шмотку и все. Я ливаю гильдии. Кто там у нас потерялся, нахуй? Давайте речь. Все, зашли все внутрь. Зайдите без меня, господи, я дойду потихонечку и встану там АФК. Кто от этого больше пострадает, кунка или гильдия? Вот я не знаю. Гильдия? Думаешь? Нет. Вы знали, что у Кунки второе имя Шипаешься. Учитель гильдии? Он Альбионы развалил, Норды и Асгарды почти развалил. Вообще-то Норды развалил Ондро, блядь, так Дрич сказал, нахуй. Вообще да, так оно и было. Так что нихуя ты не угадал, фонарь, блядь. В натуре. А не ты верю. Фонарь. Сотворитель кринжа, блядь. Это творитель кринжа. Самый актуальный кринж это у фонаря, если что. Вообще-то соль на рану, дура. Извини. Соль на рану? Да. Извиняйте немедленно. Дура, говорит. Я тебя понял, фонарь. Ну я же любя, Слав. Ну ты чё? А что это, на топовые шмотки дают? Нет, я шмотку хочу удалить. Нет, ты давай сюда. Дальше эта хуйня надо кому-нибудь? Она персональная. Чего, ВЕПЭ верни. Кунка, бисовые сапоги на тебя. Кому кунки-то, а там нахуй? А, бля, Да все крит собирают, скажите его. Основной стат после СПД. Дай за 10 тогда, типа. О, подожди мне, может, это... Подожди, конечно, да, на медведя я выбрал. Там минимальные в десятке надо тоже ДЦ. Шея, может, возьму эту шею. Так, кунка, тебе эта шея не нужна, подожди. Подожди, это шея или кольцо, блядь? Это кольцо. А, медальон это шея. Да, 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 целый. У тебя есть такая, Эдик? Да, у меня есть такая, я думал, это кольцо. Сейчас, секунду, я у себя посмотрю, что у меня в банке. Кана и кунка. Да? Кана и кунка. Бля, ну у кунка у тебя ничего нету? Ну там, конечно, шея, да? Ну, ему не нужны, он за квестами шеем сделал, все сделал, забирай себе. Просто у меня 58-я такая же. У меня 51-я. Ну забирай. Кто шею забирает? Это кунка забирает. Шея, центр сводите, выстрелите. Че, на меня моб бежит, ебать, кто напулил, нахуй? Сука, Кирилл, опять ты, нахуй? Я опять ни кнопки не нажимаю, мобы на меня бегут, нахуй, так я даже не хил, блядь. Да, блядь. Фонари есть, да? Я и сидит там, ржёшь, хихикает. Довольный, да? Фонари мне нужны. А тут за этих мобов не даются души, кстати? Да хуёво, что ты заметил. Души на дракончик. Я замечу, блядь, моб на меня бежит, нихуя себе не заметить, блядь. А у тебя что, грани же есть, Андрей? Да, у меня грани есть. Я уже душу фармлю. Очень скоро, Андрей, ты мне так и не ответил. Никого? Ещё раз. Что ты спять не сменишь, в очередь не встанешь? Я ещё кусок не выбил. Какой кусок?
Ну, типа, как я, если я спекнусь, я буду ходить во фресте, вот, если это всех устраивает? Фонарь обмен за топориком, да? Давай, я начну ролить шмотки, такое, при этом это кожаное. Кирилл, Кирилл, тут такая тема. Тут Зарога наш. У него ЕП нету, он на ролл кинул. Канаты, да? Может, ему все-таки? А, на разик. А, ну да, я не заметил просто. Я тоже что-то только что заметил ролл. Ну, по-моему, ты параша, нахуй. Типа, неиграбельная, тебе надо в шедали вам идти. Полечит гоу ролл. Да забей, а можно, он на ПВП-шку все возьмет, че. Это ж 1.5, надо ж на ПВП, там сильно не помню, по скоростям. ПВП-шку. Да, на нормас. Ну тогда, ну. Урахил бы. Кубочек нет. О, блядь, не актуально же, типа. Я все это понимаю прекрасно, просто оно не актуально же. И не похуй ли? На самом деле, вот мне лично было бы похуй. Кирюша, тебе побольше урона, вот тогда бы на пулы имели смысл. Нет, у меня уход в тень есть, видишь, на меня бомба. А, ты нажал. Да, пристаток нереально убил. Да, это он не забывается, но... Если не заметит, то умрет, конечно, понятно. Не, тебе надо сперва ждать, пока мобы к середине пойдут, потом резко на получше. Чтобы они его вместе ударили в одну секунду, да, тогда... Да, да. Еще один токен, мой находник шла. Бенди? Были токен? Войд забрал за 10. Вам много еще надо? Я вам вообще не роли уступаю многим. А вы там уже многие берут по 10 наверное. Да, я бы на медведя забрал типа 3 токена. Ну, мне 3 на кота, но я не знаю. Ребят, вопрос, пристыл. На будущее. Ну, чувак, ты говоришь, что? Угу. Могут что? Или. Ну, типа, если тебе надо, я тебе уступлю. Ну, у меня да. Медведь, третий спек, если что. Почему не сможешь? Ну, это тоже будет такой, знаешь, на будущее и плюс на некоторых боссах ты 10. Может, конечно. Не, просто ты 4 собирать, ебал? Да не, сможешь там, если ты ДЦ, например, тебе что-то. ДЦ вообще СПД, типа нормально. СПД по сути надо и все. Капхосты какой-то, наверное, тоже надо, ну и все. Зачем? Чтоб щитки кидать капхосты нужно, Андрей? Ну там минимальные. На фонаре веди уже нахуй, хватит там блядь бегать. Когда меньше было. На своем страшном мало. Не знаю, и мне все ДЦ, кто говорили, что вообще похуй какой шмот собирать им. Ну там, потому что ДЦ такие, которым похуй. Ну, значит, вроде, если я не ошибаюсь, то постым 350 минимум надо. На сервере, кто шарит за ДЦ приста, не так много людей. Это всем кажется, что не понимают. Не знаю, по-моему, мне про это говорила королева, кстати, пацаны, так что на колени нахуй. Ну там просто на сошмота собирается этот уже. Я увидел 123 тысячи, бэби-мун, а потом все нахуй зависло. Ну, 361 хосту, ну вот я почти правильно сказал. Надо. Это ФК стоял, это для чего надо? Все тихо, ДКД, я не знаю, для молитвы, наверное. Ой, блядь, не для, для исповеди, как она называется, только слюк. У нас похуй, значит похуй. Нет, ГКД. Да, да, ради ГКД, наверное, не больше. 0.1 ГКД понижает, если не ошибаюсь. Нет, а мне в идеале 400-500 хосты, чтоб десятки этого уже, если на то пошло. Там уже... Взялись только иметь хосты. Где а на пул? Ребята, вот бурсты оставляете. Сакетов не было, да. На хосты. Что, будете ДД шмот одевать или мой ДД спекать? Минутка, да. Я спекаю с ДД. Давайте все в ДД. Сюрприз, кстати, он хорошо выбирает. Рыбу хамить. Я даже сюрприз. Ясно, заебись, я рыбу поставил. На лестницу. Где нахуй? Не, можно с пола. Феникс, рыбу нельзя есть, КФ АДК на нее смотрит из-за косы. Давай иглю, давай, да. Прикинь, да? Прикольно. Почему ты? Ну так смотри, вот сейчас смотрю, сделать. Можешь нажать на нее? Нет, а, кстати, да. Можно, да, в натуре. Я еще думал, почему ДК такие жирные фреймы, блядь. Такой тупис. Все, я одел ДДшные шмотки. Нельзя успекаться, меня западло. Готовы, ребят. Не дермись, спекнуться. Стой, дермись, спекнись. 200 фана. У тебя ДД лучше, чем у меня, спекнись. Да там все хилы в этих хилах, так что похуй забить. ДПС не хватит.
Так что поймать. Паприка ЕП слакнул нам. Там не только паприка, там ритм экспертус. Пристань. Ладно, я успел спрятаться, пацаны. Так у меня билд по упасть, правда, ладно. Гера, давайте. Ну а Гера не с пола все проебали. Сейчас смотрю, сразу вернется. Бать, некроту дал, дамажим. Да блять, не работают, болезни. Спели. Спели, да. Сейчас наверное, конечно, успели. Даже не прыгнула. Да это я некроту дал, вы чё, пиздец. Пампорам, только миры отнимите, не забудьте. Пампорам. Пиздец, миры, прикинь. Запомни. Я сразу чекнул, есть кто-то в 8-й группе. Вижу мальчик. Сидит, ебать. Мирай. Бля, он моральную поддержку. Ну вот пусть морально поддерживают, а не ЕПшкой. Правильно, правильно. Морально радуется за нас. Морально, да, морально. Будет, морально да. Она ж ну, никак не вознаграждается, понимаешь? Это ж как это, блядь. Кунка на пуль меня. В себя нужно делать. Это как благотворительность, вам, я помню. Чё, завтра получается на ЦОК смысла проходить нету, да? Чё? Ну, учитывая, что сегодня с первых рейдов часть туда ушла, плюс завтра еще и люди придут дополнительные. Ну, блядь, типа, ты понимаешь, может кто-то не прийти, может кто-то прийти, ну, типа, это рандом. Может прийти уже дотка фу. А 8. Это кринж. Не подходит такой монстр 7 кдп? Кринж, Кринжовит. Кто это такой? Ладно, как только у вас слота не будет, так сразу позовете. Приползете, блядь, скажете, дот. Серега, сейчас подохните. Дот, иди там и куни не пукай. Дот. Завтра ты будут, заходи на моем контейнер, разъебывай. Я на работе. Постоянно вижу, что северы умирают на этой хуйне. Меня не хилят, нахуй. Меня не хилят, блядь. А может ты самый толстый? Пиздец, нахуй. Камень похавай. Агенты, сука, не хилят. Вообще, агенты кислого. Вообще, лучше. Вообще, я вот прям вот сижу и жду, когда ж мне камера даст добро зайти на кота, поиграть, лично своей жизни потратить.